Итак, всем привет, это SpongeBob. И мы просто проиграем, выказываем Table for All. И, ну, как бы вам так сказать, не знаю, короче, нажимаем на старт, видим еду. И что мы должны делать? Мы должны только скушать всю еду. Мы, чтобы кушать, мы должны убирать кнопку мышки и тащить еду к себе. И, как видите, я уже, можно сказать, проиграл, нужно делать рестарт. Сейчас надо что-то попало. На пол все. Так. Короче, а что, ну как бы так сказать, вверх тащить, нам нужно убирать кнопку вверх. И я опять провалился, не знаю. Ну ладно, я чем показываю. О, как видите, ну надо опять нам умереть. Возьмем попробовать скушать картошечку. Да, мы скушаем и воронку. Там скушать. Горох, какой-то рядом это. И боб, я не знаю, что такое бобы, что ли. Да, мы съели это, но мы должны умереть, потому что мы уронили там одну штуку. Все. Все. Ты имбецил. Написали. Так, начнем еще раз. Давайте еще несколько раз сыграем и закончим. Так. Так. Так, так, так. Скуши. Давайте начнем с мяса. С картошечки. Пытка номер 562, и мы играем. Так, так, так. Скуши. Так, 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 так. Это трудная игра, в принципе. Это просто не пройти. Фуф. Ей получилось. Скушать этот кусок. Последний меч, что у нас, мы сейчас проиграем. Нет, проиграй. И давайте запьем. Давайте немного попозже это сделаем. Тарелка. Все кружится. Так, давайте еще сыграем раз, еще два раза и закончим эту игру. Еще не играть. Такие мясо. Ладно, давайте не будем проигрывать, давайте продолжим играть. Так. Я хочу тебя уже пройти наконец-то. Тихо. Да. Предпоследний кусочек, предпоследний. Ладно, значит будет без него. Значит, это последний кусочек. Последний кусочек, я сказал, последний. Еще раз. Давайте теперь картошечку покушаем. Мне скажите, видать на эту игру еще и нет. Потому что это вообще, не знаю, странно и скучно, и я не знаю, как сказать. Но нормально, в принципе, хотя бы. Я сказала, скучно, но это ладно. Да это вообще... Похоже, мы какой-то Дарт Вейдер, короче. И мы хотим нормально покушать, но если мы роняем картошку, и на нас говорят, что мы ими целые, мы не любим еду. Ну давайте попробуем
Оп, на этом закончим, если мы умрем. Короче, давайте последнюю попытку. Умрем, так умрем уже. Нет, давайте еще один раз, только это будет реально последний раз. Я уже сто раз захожу тут в ресторан, не спрашивают $100 каждый раз, когда я роняю что-то. Теперь это не повторится. Давай. Один секунд повторил, давайте еще раз, тоже это очень мало. Это очень тупо было сейчас. Просто горелся, а точно бы съезжу от карты. Прямо уже у рта она упала. О! Да. Еще раз кушай. Как кажется, не знаю, как называть его. Мне кажется, сейчас будет очень плохо. Мы все роняем на стул. О, вышел, хоть раз. Пожалуйста. Картошка трудно, курсор просто пропадает, он сливается. С картошкой ничего не видно. Ням. Если вы попросите, попросите пройти эту игру, когда без записи, я включу, когда я все съем. Ну, то есть вы попросите, если не надо, то не надо. Ладно, все, на этом можно закончить. Хотя, в принципе, мы только начали, так что, ну, не знаю даже, как это назвать. Такая чикра такая. Можно сказать, однообразная, но поиграть, если вам, в принципе, делать нечего, можно. Если, например, там хотите кушать, держите, пока кто-то вам готовит еду, можно это поиграть. И пока там в ресторане держите, пока вам сделают еду, можно это поиграть. Да блин, ладно, все, теперь спасибо за просмотр. На красный, я буду спать. Всем пока. Если вы захотите, чтобы я прошел эту игру без записи, то вы скажите мне, я вам покажу, что будет, когда я пройду ее. Но это только если вы напишете. Но если вы не пишите, не надо, скажете, нет, то я это же делать не буду. Так будет проще для меня и для вас. Хотя нет, для вас это будет намного лучше, если я пройду, но для меня будет намного проще. И намного удобнее, так как бы вам сказать. Ну, сейчас еще одну попытку сыграем. Блин, ну лицо уроняется на пол. Реально, как свинья какая-то. Блин, я реально захотел уже кушать, если честно. Блин, мне честно поет. Ладно, не лучше. Ладно. Блин, ну я их свинья. Что произошло? Она походу. Просто походу. Ну ладно. Ладно, все, короче, собрался. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Вот если не догадался, я буду спать, жопу, я пошел кушать. Давай, ну кидай его, ага. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если не догадал. А, да. Я вам забыл показать, что будет, если мы убьем колу. У нас появится вот тут, ага. Мы можем ее снова съесть, но это будет очень трудно. Еще трудно сюда достать какие-то вещи, если честно. Просто, если уже сюда упало, то это уже практически совершенно невозможно. Все. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был SpongeBob, всем пока. Кстати, я говорю, что есть такой секрет какой-то, что нужно какой-то кувшин положить вот именно вот эту штуку. Да, я не понял именно, я не понял, какой именно это кувшин, потому что тут никаких кувшинов нет, если честно. Я кувшин, какой кувшин? Что за кувшин? Я не знаю, о чем он. Че? А, блин. Если я могу что, я с ногами что и кушать? Класс, смотрите, что-то попробую.
это не очень хорошая идея, потому что так будет намного труднее, но попробовать давай стабиться, попробовать стабиться. Блин, так это немного трудно, давайте хотя бы... я, конечно, вообще от себя, если честно, отталкиваю. Ладно, всем спасибо за просмотр, кстати, вы интересный канал, там был Спанч Джоб. Ой-ой-ой. Но...